нюхать. Это на дегустацию. Ребятки, привет! Привет, Евгений! Сегодня у нас взрослая дегустация, да? Пошел я. Сегодня вы без меня. Так, ну что, достали? Игорек подсуетился. Да, решил, как-то случайно зашел, увидел и думаю, он победил. Да, да, да. Особенно то, что здесь написано. Например, это Jameson IPA Edition. То есть выдержано в бочке после ИПы. А вот это вот Stout Edition. Соответственно, выдержано в бочке после стаута. Короче, от крафта мы не ушли, вы не подумайте. Не, на кухню не открываем. Все по правилам. Пивной обзор. Но немножко с виски. Ну, а это чистый Jameson. Чисто для сравнения. Да. Тройная дистилляция, выдержка в бочечке для эталона. И будем различать, какое отличие... Есть. Сегодня будет крафт. По идее, тут подсказку, шпаргалку написали, что здесь апельсиновые корки, так, легкий хмель и немножко цветов должно быть. В принципе, да, ощущаться. Вот и посмотрим в стауте, что у нас тут в стауте. Кофе, шоколад и конфетки карамельные. Карамельные конфетки. Карамелизированные. И рис. Ириска в Irish Stout. Да. Ну что, начнем? Ну что, как, блядь, начнем, я же засуетился. Да, начнем. Теперь ты как? Начнем, наверное, с... Так, сполоснем, наверное, бокальчики, да? Джеймисона, да. Нет, ну по-взрослому. Я понял. Сполоснем рты Джеймисона. Ну, сполоснутые бокалы, можно уже сполоснуть рот. Немножко, чтобы разогрелось дыхание. Освободился. Так мы сегодня будем именно конкретно. Да. Нос освободил. Я хочу почувствовать, есть какое-то различие. Мне самому интересно. От обычного Джеймисона... до выдержанного в бочке после пива. Это ж интересная такая история, что пивники обычно ж брали у вискарщиков и других крепких алкоголиков, да, бочки и выдерживали. А сейчас обратная история пошла. Вискарники, да, забирают. Пивовары тоже начинают сейчас крутыми быть, и поэтому ж, конечно, тоже интересно. Ну, тоже интересно, что новшество. Так, три бокала, это у нас специально для каждого сорта. То есть мы сначала немножечко сполоснем. Ах, шайтан, что творит? Да. Что творит? Сюда. Что творит? Подготовился. Да. Извините, бокальчики коньячные. Но форма, в принципе, та же самая, что должна давать максимум аромата для наших слабых носов. Так, ну что, все сполоснуто, выливаем. Ну как, чертовка. Жжет! Очень хорошо. Джеймисон хороший. Неплохой, да? Мягенький. Как и обещали. Да, очень хорошо. Такая древесно-карамельная нотка. Извините! Потом. Все, это увлекся, да. Нос пошел, да. Так, это наливаем, значит, классический, да. По чуть-чуть. Ну правильно. У нас еще весь вечер. Так. Что? Вот это интересно. IPA. Там были разные. Но нас интересует только пивное. Других вроде не нашел. Если есть, напишите комментарии.
если Джемесон выпускал какие-то другие. Да, нашли только вот два эдишена. Да. Ну, по цвету, в принципе... Бутылки, как стоят бутылки, так оно и, в принципе, в бокалах. Это у нас классический. Ты первый начал? Ну, я уже начал. Да. Пробуй. Это IPA. Это, наверное, классический на блоконце. Или не брать? Ну как, надо... камертон настроить. Я понял. Так, цвет, в принципе, даже не... Ну, не, как и говорили, сильно не втягивать особо, нельзя. Не, да, не потому что пожжет нос. Это правда. Чем тебе классический дает? Яблочко. Яблочко? Зеленое? Зеленое, не красное. Интересно, у меня древесина. Древесинка есть. Древесина, немножко ириска. Ириска, да, есть. Сладость такая приятная, такая же уже на языке появляется, потому что, наверное, да, уже аромат пошел. И по вкусу ж не жжет вообще, то есть нету риски. Не, ну они обещают, что он должен быть мягким. Очень мягкий. Пью, да? Ну пробую, конечно. Тебе ж расширить надо обонятельные каналы. Довольно таким. Да, мягенький, ты был прав. Мягенький. Угу. А вот тут да. Тут Ипаха. Есть. Ну. Ипаха, да? Не может быть. Есть. Есть, есть, есть. Для начала я скажу, что здесь как бы усиленный запах. Похожий на обычный Джемесон, но усиленный, более ароматный. Сейчас попробую разобрать на запчасти. Ну жги, мне будет интересненько. Блин, неужели как-то все-таки правда? Ну вот здесь, да, очень лайтово, мягенько. Здесь уже хмеля особого... Как бы нет. Хопс. No hops. Древесина мощнее чувствуется. Древесина мощнее. Карамель. Прям карамельная ириска. Такая. Карамельная ириска. Даже коньячные какие-то ноты. Есть. Да, ну и цветочки, наверное. Ну и давай, там... я уже должен. А, ну, конечно. Сильнее, да? Сильнее. Прям насыщенней. Вот чувствуется. Это вот мягенькая такая. Old school. Тут именно, да, такой аромат цветов вообще капец интересный. Даже кожа какая-то проступает. Знаешь, такая вот дорогая кожа. Так не, ну оно все плотнее, тут именно вот запах вообще намного плотнее, гораздо чем этот, и уже и сладость даже гораздо. Да. И ванилькой. Ванилькой, да. Да, 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 ванилька есть. Ну, пробуй. Да ты там, ну ёп! Эх! Я вижу, да, нормально. А вот здесь есть хопс. Здесь есть хопс. Первое впечатление вообще не обжигающее. То есть набираешь, как водичка такая. Потом начинается мягкое. Такое согревающее. На щечках так. Да, согревающее жжение. Ну, запах буйства. Буйство красок очень... Очень мощный аромат,
и как вот говорят о дешевом виски с самогоном, да, прет. Угу. Вообще, тут даже близко такого нету. Очень благородный, насыщенный, хороший запах. Сладость. В конце сладость. Сладковатость. Ну, немножко есть это, да, но алкоголь он нет, дает сладковатость. И вот в конце такая травянистость, как вот действительно хмельком. Наверное, все-таки вот этот вот хмелек присутствует. Короче, хмелек в конце, как оказалось, не в начале. Да, да. И общие ароматы, кстати, усилены. Получается, что IPA-шная бочка усиливает ароматы. Угу. Ну, прям хорошо. Не, пока пушка ракета, сразу говорю. Очень вообще вкусно. Такое. Очень вкусно. Кондитерская. Оба хороши, но этот явно поярче да, будет. Да. Это такая. Пришел с работы, жена домой, готовишь, включил да. себе что-то, присел и расслабляешься. Здесь, конечно, поинтереснее. Стаут. Стаут. Ну, чуть-чуть потемнее. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, потемнее. Да, потемнее. Тоже другое. Ну не другое, нет, не другое. Это все та же база, но, знаешь, такие наросты немножко другого. Ну, бомби. Не могу даже описать. Тоже мощнее запах. А торфа нету. Нет, торфа нету. Может, во вкусе сейчас проявится какая-то жжёнка. Более поджаренная карамель, кажется. Угу. Карамель, но коричневый сахар. Более темной консистенции такой. Да. Ну никакого не тростник, ничего, да? Нет, тростника нету. Да, и шоколадные ноты. На дальнем плане проступает все-таки такая горький шоколад. Есть, знаешь, ты когда нюхаешь, надо отключиться просто и вот ассоциации вызывать. Угу. Ассоциации, запах какой вызывает. Ну, вот, кажется, вот, знаешь, темная карамель. Угу. И кусочек черного шоколада лежит. Ага, вот так вот. Вот так вот, да. Да, ну, чуть-чуть понял. Дальше. Ну. Ха! Там ну шоколад реально сразу рубит. То ли ты мне уже внушил, то ли реально шоколадом сразу. Шоколад. Да, шоколадка очень хорошо пахнет. Запах намного плотнее, не такой сладкий. Да. Вкус. Ну, давай, пробуй. Да, сейчас я попробую. Тут же видишь, главное, чтобы не привык в пиве. Да, а нет, здесь же ну, что-то аккуратно. Тут не надо раскачивать бокал, усиливать запах. Тут запахи свои достаточно хорошие. О-о-о. Ну что-то необычно. Какая-то... Во вкусе что-то не то. Что-то не могу пока придумать. Не знаешь, как говорят, вот хороший коньяк клопами пахнет. Вот этот запах, ну он не клопами, это. Вкус или запах? И во вкусе именно вот после вкуса. А, после вкуса? Да, да, да. Ты на языке потом проглатываешь и идет вот такой вот. Я понял. Это типа хорошо. Это хорошо, да. Ну может быть. Может быть. Потому ну, что. Ну такое непонятное. Или модернизированный, ну такой, трансформированный, жженый, от жженки такой идет какая-то нота. Ну, скорее всего, да, вот я что-то вот думаю, что больше от жженки, потому что ну, вначале вот такой сильный шоколад, и потом такой жженый какой-то сахар, карамель очень сильная, но не сладкая карамель.
Но не соленая. Нет. Именно во вкусе проявляется. Да, именно во вкусе. Потому что эти сразу такие очевидные. Этот Коля такой, конечно, поинтереснее. Тут поразбирать надо. Да. Тут одним стаканом не отделаться. Да, не-не-не-не. Те как-то оказались проще. Однозначно на первом месте для меня ИПА. ИПА. Она более цветочная. Цветочная, приятная. Радостная. Радостная, да, такая какая-то. Ну, гораздо интересней. То есть, если, например, любители просто классического Джемисона, то все-таки ИПА будет как-то, ну, не знаю, на мой взгляд, все-таки поярче будет обычного Джемисона. Все-таки Стаут, ну, тут подумать надо. Ну, такой, нет, он тоже хорош. Хорош, нет, плохого ничего нет, но он какой-то загадочный. Более тяжелый, скажем. Тяжелый, да. Тяжелый. Благородный, да. Да, тут без осетра никак. Ну, вот легкая. Ну, после этих, конечно, уже такое уже обычное. Легкая, да. Карамель, древесина, кожа. И паха мне понравилась, честно признаюсь. И паха мне понравилась. И паха, да. Прям. Вообще, ванилька такая, цветочки. Буйство красок. Это тоже. И но пах, вот, класс. Вот тут все-таки вот эта жжёнка, наверное, дала какую-то коньячную составляющую. Потому что вот именно вот какая-то такая интересная нота идет. Ну, это все. Что ты в конце шоколад увидел? Я только вот сразу, вот, нюхаешь, сразу шоколад. Ну, не знаю, мне... У меня сразу шоколад. Мне ириска, карамельная ириска, более такая поджженная. А потом шоколад. Ну, интересно. Ну, да. Ну, и паха. Да. Хороша. Да, прям хорошо. Сладкая, да. Ваниль очень хорошо, да. Вот сейчас. Ну, он, значит, еще нагревается. Мы, видно, с холода прибежали сразу. Да, раздышался. Он вообще должен быть комнатной температуры. Ну и немножко разнюхались. Подышать. Разнюхались, да. Подышать. Как такое вообще льдом и колой мешают, это мне скажи. Ну, такое вообще как бы не должны мешать, это мешают такое. Знаешь, низшего уровня, которое действительно самогон, льдом забил его, чтобы колой. Минимум оставалось от него. Чтобы была только алкогольная составляющая, которая рубит. Хочешь коктейль? Коктейль? Угу. Называется ирландские наручники. Наливать крафтовое пиво в один стакан рядом, поставить слева. И справа виска Джеймс. И надо пить одинаково, ты понял? Я вчера посмотрел. Не, тяжело, я так не смог. Да я шучу, даже крафтовое пиво. Ну да. Ну интересно. Интересный эксперимент. Ты уже тебя не спрашивал, решил. А ну-ка, удивлю. Очень, да, удивил. И действительно, есть различия. Есть различия, и очень-очень неплохо получилось у Джемисон. Guys, респект. Ты уже в Ирландию? Да, я все. Да, ну молодцы, поэкспериментировали, и я думаю, все это удачно получилось. Ну, почему бы нет? Ну да, интересно. И стаут очень хорошо получился, и ну, любители обязательно найдет, и паха, вот, поэтому считаю неплохо получилось, поэтому, ну, мы тоже будем экспериментировать, так что... А чё, нет? Да, посмотрим, как получится. Ну что? Спасибо, приятно. Да, спасибо. Мы уж не будем дальше тут снимать. Да. Разбирать на молекулы. Ну, скажу честно, выливать не будем. Все, мы пошли бокалы мыть. Всем спасибо. Пока. Пока.